Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, как я готовлю фаршированный перец. Беру килограмм говяжьего фарша. Мясо может быть любое, на ваше усмотрение, даже куриное. Дальше 150 грамм риса, 2 яйца, средний лук у меня здесь 6 штук, чайная ложка соли, также у меня присутствует здесь молотый кориандр, базилик, молотые перцы, это черный и красный. Это все пойдет в фарш. Для приправы, для зажарки, нам понадобится томат-паста, столовая ложка, 40 мл у нас растительное масло, 1 луковица, значит 1 морковка, несколько штучек лаврового листа, небольшой пучок зелени. Зелень мы будем добавлять уже за 15 минут до готовности нашего перца. Итак, сейчас мы это все смешаем, приготовим фарш. Значит, все специи я высыплю сюда. Также высыплю рис. Вылью 2 яйца. Высыпаю лук и все это хорошенько буду перемешивать. Итак, наш фарш готов. Хорошенечко его перемешали. И сейчас приступим к начинанию наших перцев. Будем начинять перцы. Итак, начинили мы перец. Сейчас перец мы будем складывать в кастрюлю. Зальем горячей водой, как я говорила. Опустим лавровый лист. Тут же сразу же приготовим нашу зажарочку. И сразу выливайте, к перцам добавляйте. И варить будем минут 40. Такой перец хорошо подходит к пюре. Либо можно очистить картофель и добавить к перцу и вместе с перцем сварить. В этой же вот приправе. Также не забудьте за 15 минут порезать зелень и опустить. Итак, как вы видите, прошло 40 минут после закипания. Варили мы на среднем огне 40 минут. Как я уже говорила, что можно приготовить пюре и можно картофель очищенный небольшими кусочками выкласть прямо к перцу, вместе с перцем варить. Такой у нас перчик получился очень вкусный. Его также можно подавать со сметаной, либо с майонезом. Всем приятного просмотра! Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!